Сура 82. Разрушение неба. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда небо, Вселенная, разрушится, придет в расстройство ее устроение. И когда небесные тела осыплются, сойдут со своих орбит и упадут, рассыпаясь. И когда моря перемешаются и станут единым морем. И когда могилы перевернутся, и из них выйдут воскресшие их обитатели. Тогда, перед прочтением книги своих деяний, узнает каждая душа, что она совершила и что упустила, не совершив. О человек, который отрицает то, что будет воскрешение, что ввело тебя в заблуждение относительно Господа твоего великочестивого, что стало причиной того, что ты стал неверующим в своего Господа, который сотворил тебя и облик твой выровнял, сделал тебя стройным, ходячим на двух ногах, и соразмерил, придал красивый вид и сделал все твои органы соразмеренными. В таком виде, как он только сам пожелал, и никто из людей не выбирает себе и своим детям внешность, и тебя он устроил, чтобы ты исполнял свои обязанности. Но нет же, это совсем не так, как вы говорите, что вы правы в своем поклонении кому-либо, кроме Аллаха. Наоборот, вы считаете ложью день суда, день расчета и воздаяния, и поистине при вас однозначно есть наблюдающие ангелы, которые почтенны у Аллаха и которые записывают то, что им поручено записывать. Ангелы-песцы сохраняют деяния рабов Аллаха, записывая их. Знают они, ангелы-песцы, что благое и плохое вы совершаете и в день суда записи деяний рабов Аллаха станут свидетельством. Поистине, благочестивые те, которые соблюдали права Аллаха и права его рабов, обязательно будут пребывать в благодати. И поистине, погрязающие в грехи, те, которые не соблюдали права Аллаха и права его рабов, непременно окажутся в огне. Они будут гореть там, войдут в него» в день воздаяния, и не скроются, не спасутся они неверующие от него, от вечного адского наказания. И что дало тебе знать, ты хоть знаешь, что такое день воздаяния? Аллах Всевышний подобным вопросом подчеркивает, что этот день очень важен по исходу, серьезен по событиям и велик по продолжительности. Затем, еще раз, что дало тебе знать, ты хоть знаешь, что такое день воздаяния? Это день, когда одна душа, человек, джин, ангел или животное ничего не сможет сделать для другой души, не сможет помочь, и вся власть в тот день принадлежит только одному Аллаху. В тот день все решает и вершит только Аллах, Господь миров.